Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вера Смолякова. И сегодня в этом уроке я покажу вам, как сделать анимацию огня. Чтобы сделать анимацию огня, нам понадобится плагин EOSCandy 4000. Под этим видео вы скачаете вот такой архив. Его нужно будет разархивировать. Для этого кликаем правой клавишей мыши и ввлечь в текущую папку. Вот у нас появилась папочка с плагином. Архив можно удалить. Теперь кликаем два раза левой клавишей мыши по этой папочке. Кликаем еще один раз. И вот появился у нас плагин и текстовый документ с ключом. Откроем текстовый документ и скопируем вот этот ключ. Еще вам хочу заметить, что когда мы будем устанавливать этот плагин, программа Photoshop должна быть у вас закрыта. Теперь запускаем вот это приложение. Кликаем два раза. И начинается установка плагина. Везде кликаем Next. Вот в этом поле поставьте свое имя. В этом поле имя вашей компании я поставлю единичку. А вот сюда мы вставляем только что скопированный ключ. И кликаем Next. Теперь нужно выбрать путь до вашей программы Photoshop. У меня эта программа находится на диске D. Я выбираю диск D. Далее находим папочку программ Filis. Открываем ее. Находим папку Adobe. Открываем. Находим папку Adobe Photoshop PS5. Двойным кликом также ее открываем. Далее находим папку Plugins. Двойным кликом открываем. Далее находим папку Filter. Двойным кликом открываем. И кликаем ОК. И начинается установка плагина. У меня уже этот плагин установлен, так что я не буду еще раз устанавливать. И теперь можно открыть программу Photoshop. И если мы зайдем в фильтры вот сюда, в верхний, на верхней панели, то увидим наш только что установленный плагин. Пока он не активен, так как у нас еще не создано ни одного документа. Итак, давайте начнем. Чтобы загрузить изображение, которое мы хотим отредактировать, нажимаем «Файл», «Открыть» и выбираем изображение, которое мы будем редактировать. Я вот эту лошадь выберу, нажимаю «Открыть». Окей. Вот наше изображение загрузилось. Это изображение очень большого размера. Чтобы это посмотреть, нажимаем «Изображение», «Размер изображения». Как видим, ширина 1000, высота 1000 пикселей. Для того, чтобы это изображение уменьшить, мы вот здесь ширина ставим, ну, например, я поставлю 400 пикселей. Я 400 ставлю, а так как у нас здесь вот стоит замочек, и высота пропорционально уменьшается. Если вы хотите поставить какие-то свои размеры, то вот этот замочек нужно убрать. Итак, мы уменьшили изображение и нажимаем ОК. Чтобы удобнее было работать, нужно увеличить размер изображения. Для этого нужно использовать инструмент лупа. Нажимаем на этот инструмент, и вот здесь в верхней панели у нас появляются две лупы. Одна с плюсиком, другая с минусом. Если мы нажмем на лупу с минусом и будем кликать на это изображение, оно будет еще уменьшаться.
Ну, нам для комфортной работы надо это изображение увеличить в программе Photoshop. Поэтому мы кликаем на руку с плюсиком и кликаем на изображение столько раз, сколько нужно, чтобы изображение получилось такое, с которым можно было нам удобнее работать. Итак, я кликаю, 3 раза кликнула, вот такое получилось у нас изображение. И теперь с ним будет удобнее работать. Как видим, наше изображение с фоном, если мы оставим его в таком виде, то у нас анимация дня не получится. Поэтому фон нужно убрать. И использовать мы будем волшебную палочку. Но прежде давайте откроем слои. Для этого нажимаем окно, слои, или нажимаем клавишу F7. Вот у нас слои появились. Как видите, это слой с замочком. Чтобы замочек убрать, мы просто кликаем на него и удерживаем, перетаскиваем в корзину. Теперь берем волшебную палочку и кликаем на фон. Вот появилось такое выделение вокруг всего документа и вокруг изображения нашего. И теперь мы нажимаем клавишу Delete, а выделение у нас осталось. Чтобы его убрать, мы нажимаем клавишу Ctrl и D. Так, у нас вот фон еще остался вот здесь. Также палочкой волшебной кликаем. Кликаем на клавишу Delete, Ctrl-D. Теперь приступим к созданию анимации. Для этого мы создадим дубликаты этого слоя. Для этого мы нажимаем клавишу Ctrl и G. Создадим 2 слоя копия. Теперь встаем на первый слой. Глазик включен, у остальных слоев глазики выключаем. Идем в фильтр, Neos Candy 4000, Fire, огонь. И открывается окно настройки плагина. Справа вот здесь предосмотр, а слева настройки. Вот основных настройках. Мы будем настраивать такой огонь, который нам нужен. Вот здесь угол наклона огня. Я поставлю где-то. Ладно, 50. Вот первое, если мы будем двигать вот этот треугольничек, то у нас будет настраиваться длина огня. Вот такой. Я поставлю вот так вот. У меня такой совет. Длину огня надо ставить таким, чтобы он не выходил за пределы документа. Здесь второй – это ширина язычков пламени. И двигая вот эти вот треугольнички, вы можете добиться нужного результата. Вот так вот двигая, какой вам надо, такой, такие будете делать настройки. Теперь кликаем Random и OK. Теперь активируем второй слой. Здесь на первом слое глазик выключаем. На втором включаем. Опять идем в фильтр. И Candy 4000 Fire. Чтобы максимально горело пламя, нужно немного изменить настройки. Например, изменить угол наклона огня. Немножечко изменим. Опять нажимаем Random. Окей.
Теперь активируем следующий слой. Включаем глазик, идем в фильтр. Wildcandy 4000 Fire. Здесь можно просто кликнуть Random. Окей. Теперь глазики всех слоев включаем. Делаем активный первый слой. Идем в окно. Анимация. Вот здесь вот такой вот треугольничек мы нажимаем и выбираем создать кадры из слоев. Теперь опять на этот треугольничек нажимаем, выделить все кадры. Какой-нибудь кадр вот так вот кликаем на треугольничек, ставим задержку 0,1 секунда. Здесь выбираем постоянно. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая у нас огненная лошадка получилась. Чтобы сохранить наше изображение, мы нажимаем файл, сохранить для веб и устройств. Здесь внимательно смотрим, чтобы было div. Вот здесь можно изменить размеры. Я оставлю такие. Здесь нужно еще раз просмотреть, какое изображение у нас получилось. И нажимаем сохранить. Выбираем папку, которую мы будем сохранять. Сохранить. Теперь давайте посмотрим в браузере, что у нас получилось. Нажимаем на эту картинку, которую только что сделали. Правой клавишей мыши открыть с помощью и открою Google Chrome. Вот такая замечательная огненная лошадь у нас получилась. На этом у меня пока все. С вами была Вера Смолякова. Всем удачи, всем пока!